Извините. Прошу прощения. О, отлично! Люсия. Так. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Ох, бля. Я там был, кстати. Все, молчу. Минуточку. Качество, качество. 4К, 4К, давайте, 4К. Ох, бля. Ой, ёб твою мать. Ну, нормально. Угу. Да-да. Отлично. О, я по этой дороге ездил. О, я был в этом районе. Да ты шо? Нихуя! Who's back? The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Ну и хуйня. Ха, да ладно, я шучу. Так, 2025 год. Блин, долго еще ждать, конечно. До этого надо дожить. Ну ладно, окей. Так, что в итоге? Бля, ну... Ну а перед тем, как мы продолжим, хочу рассказать о торговой площадке Case for Gamers, на которой можно приобрести все игровые новинки, без каких-либо ограничений для жителей РФ и Беларуси. Здесь можно найти чуть ли не все. Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Battle.net. Есть все релизы, в том числе и предзаказы, гифты, игровая валюта, софт. Здесь множество продавцов, благодаря чему есть конкуренция, а значит можно найти наиболее выгодное предложение. Нет никаких сложностей с оплатой, ведь имеется поддержка Kiwi и карт Мир. А благодаря моему промокоду можно получить скидку в 10% на любой товар. Ссылки в описании. Ой, мне кажется, у меня сейчас просто пойдут мурашки по всему телу. 1.5 минуты трейлер. Люсия, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Я не знаю, что говорить. Я не знаю, что говорить. Друзья, добро пожаловать в Майами. Я не верю. Я не верю, что это все происходит наяву. Я не верю в это. У меня руки трясутся. У меня просто руки трясутся. Я не... Почему? Почему я трясусь? Я не понимаю, ребят. У меня мурашки по коже. Меня эмоциями просто перевыполняют. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Блин, как же это круто! Я не знаю, Trust. Ребят, почему, но это... Trust. Шестая GTA, это правда! Она будет! Она... Год! 25-й год! Эй! Моя ставка все-таки сыграла. Let's go, bro. Yeah. Oh, shit! Да ну! Чувак! Да ладно! Вау! Какая графика! Vice City! Да не может быть! What the fuck? GTA 6! Fuck! Да! Да ну его нафиг, чуваки! Да ну его нафиг! Мне кажется, я сейчас просто разбудил всех соседей. Просто, вот вы 25-й год, 2 года.
Lucia. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Подожди, у меня стоит максимальное качество, пацаны, я просто не шарю, сейчас посмотрю. Rockstar Games! Чё, в 4К смотрим? Вы чё, ребята? Надеюсь, что мой интернет вылезет. Вы посмотрите на это! Вы, ребят, посмотрите на пляже, вы просто... Это вообще что такое? Это реально, знаете, ее реально насытили красками, эти пальмы. Я не знаю, какие компы вообще, в принципе, будут вывозить эту GTA. Какие там будут системные требования, но, ребят, я не знаю даже даты, когда она выйдет, и вообще покажут ли это здесь. Но, ребят, все, апгрейдим железо, это все. Наши видеокарты, наши все вот это уже все, скорее всего, просто не подойдет. Ой, ребят, в свое время даже обновляли компы для GTA 5, а тут уж надо молчать про GTA 6, это все, ребят. Блин, посмотрите даже, птицы, это знаете, это место похоже как из GTA 5, там где под военкой, помните, болота вот эти, если какие-то, ну, если опять же, все, давайте смотреть, ребят. Пляж, я не могу, я хочу смотреть каждый кадр, вы посмотрите, какие живые пляжи, помните, в GTA 5 таких живых пляжей не было, там была качалка на Санта-Мария-Бич, ну и там немножко людей разбросаны, зоны кемпинга и так далее, если пляжи реально будут такими живыми, животные даже есть, животные, ну хотя в GTA 5 тоже были, по-моему, и коты, и крысы, блядь, там чего только не было, ну а смотрите, собачка, маленькая собачка. Все так же, ребят, передают романтику криминальной Америки. Клубы. Опять же, это гетто. Опять же, темнокожие парни с пушками, с повязками, с банданами. Это неотъемлемая часть. Вообще, мне кажется, в принципе, любой GTA, ребят. Ну, естественно, начиная от Сан-Андрески, там, типа, ну, Vice City в счет не берем. Пятый GTA и так далее. Это вот, понимаете, это криминальный дух Америки. Это то, что должно быть. Это нельзя никак отнимать. И они тоже это так же сделали. Машины, мне вот интересно было, смотрите, вот Challenger реплика, да, машина из Vice City, Берлинетта, или я хуй знает, что это такое, корвет я там вижу, ну, короче, я так понимаю, они Дуранго, они перенесли, там я вроде вижу вдалеке Тахо старый, они перенесли, получается, все те же свои лицензионные модельки, да, просто в новую игру, они не стали заморачиваться новыми тачками, зачем, действительно, ребят, зачем усовершенствовать то, что уже совершенно, по их мнению, опять же, ребят. Но, ребят, тут было как бы ожидаемо, да, что никакие модельки из реальной жизни не перенесут, потому что в GTA постоянные взрывы и так далее. Давайте просто сначала просто посмотрим. Я, ребят, правда не могу. Vice City будет, серьезно? Действие происходит в Майами, или как, в Vice City же это было что? Это был аналог Майами, да? Ебать, ну Vice, типа, ребят, Vice City, типа, не? Охренеть! Крокодилы? Крокодилы, блядь! Это что? Это, ребят, знаете, что мне напоминает? Даже вот такой вид мне напоминает реально этот движок Unreal Engine 5 от первого лица с покачивающейся камерой. Смотрите, тут что-то штурмуют, короче, опять будут, походу, какие-то группировки. Опять будет полиция, которая будет против них противодействовать. Это очень круто, это прям... Вот только я до сих пор не понимаю, кто станут главными персонажами, ребят. Все, что я слышал до этого, всякие вбросы, что одно из главных персонажей, опять же, они хотят, по-моему, сделать мультиперсонажа, опять же, задействовать нескольких персонажей, да, в своей игре, и одной из них будет, как я понял, типа, женщина. То ли она латиноамериканка, то ли негритянка, я точно не знаю. Но это сейчас, в принципе, не важно. Главное просто посмотреть. Байкерские клубы! Ограбление в масках! Маслкары! Подожди, стоп, это Сейбер! Подожди, по задним фарам это похоже очень сильно на Сейбер, только они сделали его теперь не купешным, а четырехместным, прикиньте! Или нет? По задним фарам, смотрите, да, это Сабре! Это Сейбер еще из Сан-Андрески, который перекочевал, потом пришел в пятую часть. Он был там, по-моему, тоже купешным. А здесь по задним фарам видно, что типа его сделали седаном. Trust.
Trust. Trust! Вот, походу, я так понимаю, что... Trust. Я так понимаю, что... Это вот и будут главными героями. Типа, вот, видите, женщина, да, латиноамериканка какая-то. И, соответственно, какой-то чел. Непонятно, кто по происхождению, кто он такой и так далее. Короче, не, ребят, это круто. GTA 6. А... 25-й год, серьезно, то, что они хотя бы 24-й уложатся, но это еще ждать столько. Не, ребят, давайте вот просто, я так понимаю, это все, да? Как это мало, действительно, понимаете? 10 лет ожидания ради полутора минут, друзья. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Честно говоря, даже не особо верится, что это пререндер. Wow. Wow. Я не верю, что это пререндер. Но я не верю, что это реальный графон. Это выглядит как пререндер. Trust. Trust. Двадцать пятый. Не подходит детям. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Ёб твою мать! То есть она реально так будет выглядеть, а не, это не просто вылизанный трейлер. Охренеть! А я говорила, что я буду орать на походу, это будет Саша. Что творит? Так, ну короче, сливы были правы, то, что будет Vice City. А, это Vice City. И сливы, то, что будет женский персонаж. Сливы подтвердились. Господи, что происходит, блядь? Девочки. Ну, кстати, ставили уже РП GTA 6. Кстати, тачка, его тачка такая есть в GTA 5 в обычной типа. Здесь, мне кажется, Ставь РПшку на. Мне кажется, как обычно, они машин не будут, несколько машин появится, но будет в основном передел старых машин. Mm-hmm. Типа как San Andreas переделали в GTA 4, GTA 4 переделали в GTA 5. Я пока чисто кайфую с картинки. Это да. Вроде, это же вроде Майами, ой, да? Ой, боже мой, у меня аж плохо как-то что-то стало. А? Да, это Майами. А может еще больше? Знаешь, на Sims 5, конечно, рейлер Sims 5 похож. Да, так с открытым миром, такое все, как вы хотели, боже. И с убийствами. Найс. Ой-ой-ой. Инстаграм. Крокодилы. Чего? С тверком. Чего? Ну это же Флорида получается. Ты видела? Подожди еще раз. Хочу этот момент. Получается какой-то свой аналог здесь ТикТока будет? ТикТока, да, знаешь? Да, какой-то... Прикинь, ну, реально, ты в игре можешь листать типа местный ТикТок. Ты сможешь стать блогером. Трэвор? Так, фриков будет больше, я понял. О! Это на Far Cry вообще похоже. Я не знаю, что это. Это... А два? Или два персонажа? Это понятно. Так, вот это... ну не, мне кажется, так же будет, как в GTA 5, типа. Может, два будет перса, как сейчас в играх любят делать. Trust. И ты вот сейчас, например, в этом моменте мог бы потрахаться типа, за женщину, за мужчину, типа, переключиться. Знаешь, ты переключаешься на превентивный сын. Там камера поднимается вверх, ты переключаешься на мужика. Все, так мало, блин, так мало. А так хочется больше, когда? В 25-м году. Спасибо. Спасибо, значит, он выйдет в декабре 25-го года. Ну? 13 лет ждали. Lucia,
Ебать! Сразу графоний! Ебать! Блядь, нихуя город! Вау, вау, вау! Сколько там было NPC во пляже, вау! Нет слов. Обалдеть. Вайс. Аллигаторы. Вау. Блин, крутяк. We're gonna get through this. It's by sticking together. Being a team. Обалдеть. Trust? Trust. Обалдеть. Логотип. Так решили сделать. 2025 год. И все, да? Обалдеть. И все. Уже нам здесь покажут. Ух, красота какая. Ну да, были слухи о том, что действия будут происходить там в Майами. 80-е и 90-е вроде. Сейчас посмотрим, насколько это все достоверно. В принципе, по цветовой гамме и по первым ноткам звуковым я ощущаю, что именно так и будет. Люсия. Люсия. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Так, если я все правильно понимаю, это у нас главный персонаж. Один из главных. Там вроде мужик и женщина, если я все правильно понимаю. Ей не повезло. Ух, красота. Это тот самый пляж из Vice City, наверное. Ну, по крайней мере, очень похож. Так, блин, сори, я буду стопать, вглядываться в детали. Вижу птички, фламинго, если не ошибаюсь. Они летят, наверняка можно будет их убивать. В РДР мы этим частенько занимались. Ну, вряд ли тут будет такая же система. О, крокодила вижу. Вряд ли здесь будет такая же система, как там, там вроде из шкуры можно было что-то лепить, т.д. и т.п. Хотя хрен его знает. Так, женщина. Очень много женщин. Вижу голую задницу, вижу мужик, как смотрит на эту голую задницу. Так. А, здесь тоже мужик фоткает голую задницу. Чекать. Мышку видно вам? Я хрен его знает, видно вам мышку или нет. Как минимум заметил два интересных кадра. Ладно, едем дальше. О, вижу собачку маленькую. Собачки, видимо, тоже будут. Ну да, чисто вайп из GTA Vice City. Ух, какие тачки сексуальные. Наверняка тюнинг будет ебейший тоже. Так, женщина трясет задницей. Купюры летят. Ага. Бля, помню эту машинку. Читах, читах или чита. Не знаю, как правильно произносится, но эту тачку я помню еще из Vice City. Бля, какая красота. Вообще разъеб. Так, женщина. В чем-то похоже на Луи Виттон. Бля, че так много задницами трясут? Заметили? Слишком много внимания к задницам. Блять, и крокодилы. Крокодилы тоже здесь, видимо, играют какую-то свою особенную роль. Это уже то ли третий, то ли четвертый крокодил, который я вижу. Блять, что нахуй? Большой мужчина убегает от копа. Бля, ну чисто трэш и угар нахуй творится. Какие-то грязевые ванны. Look who's back. The only way we're gonna get through this is by... Ебать. Вот это фейс, конечно, чувака. Is by sticking together.
Блин, хаотично, столько кадров разных, пока нихуя непонятно. Ну, если я все правильно понял, вот это главный герой и главная героиня. Кто вот эти вот все люди, пока хрен его знает, может, просто какие-то рандомные типы. It's by sticking together, being a team. Trust. Короче, Бонни и Клайд. Так, ну, в общем-то, все, да? Когда там? Каминг. Блять, ебать, сколько еще ждать, охуеть, 20-25.